Наталія Кошева, лікар-ендокринолог, стаж 19 років. Щорічно проводить заходи до Всесвітнього дня діабету та Дня здоров'я. 2013 року ввела в практику нові методи в лікуванні цукрового діабету, помпову інсулінотерапію та ведення вагітності на інсулінових помпах. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої ранкової студії. Тож будемо говорити про це захворювання, але я думаю, що ті люди, які хворіють, вже достатньо знають про цю хворобу. Нам варто поговорити, що ми маємо знати, здорові люди, про це захворювання. От як дізнатися, що ми хворі, як часто перевірятися і які симптоми цього захворювання? Я хочу сказати, що ми зібралися накануні необычного дня. Сьогодні весь світ відмічає День боротьби з сахарним діабетом, і тема этого дня «Диабет и семья». И так сложилось, наверное, вот в каждой семье из моих друзей, из моих знакомых есть сахарный диабет. И также есть в моей семье тоже это заболевание. Вас знаете, я буду стала. Мне ребенок спрашивает: мама, почему ты стала эндокринологом? Ты знала, что у всех будет диабет? Нет, просто это эпидемия, на данный момент мировая эпидемия. И очень обидно, что статистика с каждым днем все хуже и хуже. Мировая. Лучше диабет, да? Очень много деток с сахарным диабетом. В Николаевской области более 200 детей с сахарным диабетом. Это инсулинзависимые детки. Вот. И в этом году тема, еще раз, диабет и семья. И вы спросили, как, в семье, как обратить внимание, да, что такое диабет. Вот. Если вы очень часто диабетики не обращают внимания, то есть диабет скрытый, особенно второго типа, и человек не замечает, что он часто пьет, что у него слабость. И рядом родственники могут заметить наличие ранок на ножках. Если это пожилая женщина, то она или мужчина, пожилой человек, то он может хуже видеть. То есть обращать внимание прежде всего ближнему человеку, кто рядом, муж, жена, что что-то с половинкой с твоей не так стало. І, можливо, це сахарний діабет. Дуже багато ходить міфів, зокрема, якщо я не буду їсти солодке, в мене не буде діабету. Якщо я худий, в мене теж його не буде, тому що переважно ті, в кого надмірна вага. Прокоментуйте це, будь ласка, це правда чи ні? У нас два типи сахарних діабету. Перший тип – це діабет молодих. Це чаще зустрічається два типи. Перший, другий тип. Да? Я не буду останавливатися. Є діабет при інших заболіваннях, а також гестаційний діабет. Чаще це перший тип до молодих. До 40 лет. Почему так возникло это заболевание? Вот бета-клетки ни с того ни с сего перестали вырабатывать инсулин. Возможно, это на фоне каких-то вирусных заболеваний. Возможно, наследственный фактор. Но чаще это аутоиммунное, то есть заболевание вот ни с того ни с сего возникло, мы не знаем почему. А второй тип, он чаще наследственный. То есть люди полные, пожилые, и чаще, допустим, матери дарят мальчикам Не с девчатом, да? Да, хотя девочкам тоже, но вот чаще. И это наследственный тип заболевания чаще всего. Тобто ми заговорили різниця між першим та другим типом, так? Діабету, да. Так. Первый тип – это диабет молодых, худых, чаще всего. Вот. А второй – это считается диабет, грубо сказано, пожилых, ну, более возрастных людей. Да, после 40. И больше тучных, полных. Почему второй возникает? Там есть, вырабатывается гормон инсулин, но у таких людей есть инсулинорезистентность, то есть ткани не воспринимают свой инсулин. И прежде всего таким людям мы советуем похудеть, чтобы улучшить чувствительность к инсулину. Як часто перевірятися і яким чином? Тому що зараз всі, хто п'є достатню кількість води, подумає, що у них цукровий діабет. Отож, ваші рекомендації з цього приводу? Раніше у нас була диспансеризація. Раз в году ми проводили общеклінічні аналізи. Да, кров, мочу. Я вважаю, що це необхідно кожному чоловіку хоча б раз в году здавати аналізи, робити флюорографію, посещати гінеколога, здавати общеклінічні аналізи. Це, прежде всего, необхідно для чоловіка. Особливо после 40 лет. И если есть наследственные какие-то факторы, если это полный человек, обязательно сахар крови нужно сдавать. Обязательно. Ну и всем остальным. Что делать, если узнался, что захворев на цукровый диабет? Прежде всего, если вы увидели, что у вас есть это заболевание, обратиться к семейному врачу. И дальше семейный врач уже дает рекомендации. Если он не справляется, он отправляет к врачу-эндокринологу для дальнейшей коррекции лечения. Чаще это семейные врачи, легкий диабет ведут. Если это диабет тяжелый, с осложнениями, тогда врач, семейный врач посылает к врачу-эндокринологу, и мы уже справляемся с этой тяжелой ситуацией.
Які методи профілактики є, щоб не було цієї недуги все ж таки? Ну, прежде всего, это здоров... Після 40 вже, да, якщо ми маємо, ну, і, не, не і взагалі. По, не тільки після 40, угу. Вообще здоровий образ життя. Дышати свіжим воздухом, займатися спортом, більше фруктів, менше жирів, сладостей. Профілактика діабету для всіх. Угу. Якщо дитина маленька, батькам на що варто в першу чергу звертати увагу? От які симптоми у дітей, да, от, щоб помітити, що у дитини є якісь проблеми? Значить, смотрите, перший тип і для діток, і для молодих протікає однаково. Угу. Тобто жажда, сухость во рту, часте мочеспускання, зниження веса, запах ацетона зі рта у ребеночка – це, прежде всего, клінічні проявлення сахарного діабету. Значить, якщо мама замітила, що ребенок вялий, ребенок худеет, ребенок не кушает, угу. обратиться к врачу, педиатру, и тогда врач-педиатр угу. отправляет к нам. Статистика нет. сумна. Все ж таки, які методи ведуться в боротьбі з діабетом, і чим будуть такі часи, що ми можемо поговорити, що статистика знизується, що цифри, рівень захворюваності падає? І чи є такі країни, де доволі низький рівень захворюваності, чи ні? Заболіваємость росте во всьому мірі. Зростає. Да. З чим угу. це зв'язано? З нашим питанням. У кого-то воно плохое, у кого-то чересчур хороше, наверное. Да? Стресові фактори во всіх странах будуть. Так. І независимо от уровня жизни. Угу. Вот, поэтому заболевания, врачи, конечно, врачи и общественные организации борются, чтобы падала эта статистика, но очень жаль, что она возрастает. Як в Миколаєві, які, можливо, заходи, якісь скринінгові кампанії будуть проходити до дня боротьби з діабетом? Ми провели Всемирний день діабета накануне. В суботу. В суботу ми провели. Собрали ребят с первым типом сахарного диабета, провели несколько докладов, лекций, доклад психолога «Как жить с диабетом». В семье, как же в семье там, где есть сахарный диабет, выступил эндокринолог областной Ткаченко Наталья Юрьевна, тоже с интересным угу. докладом гипогликемии, что такое угу. гипогликемия и как оказать помощь, если в семье такое случилось, да, да, если случилась гипогликемия, как оказать помощь. Угу. Вот, и провели групповые тренировки. Очень интересно, здорово, всем понравилось. Угу. Далее, что... на останок нашей розмови я хочу... И сегодня мы проводим угу. да, в областной больнице для всех скрининг. С 10 утра угу. на территории нашей больницы будет проводиться скрининг сахара крови для всех желающих. Вы тоже можете приехать. Если будет час, я обов'язково это сделаю. И на останок нашей розмови хочется от вас надихающие слова про то, что вот вы сами кажете, у вас каждый там знакомый в каждой родине есть захворювання. Про те, що це не вирок, і що ми бачимо, переконалися, що жити можна далі, лише трішечки скоригувати свій ритм життя, свої правила життя, так? Да, если, конечно, я пожелаю, если, конечно, узнали, что у вас есть сахарный диабет, во-первых, не расстраиваться. Очень жалко, что у нас нет психологов, как во всем мире, да, не працюють в цьому напрямку, нет, так? Нет, и больше падает это на плечи врача-эндокринолога. Угу. Поэтому мы тут и как врач-эндокринолог, и как и психолог. Я и знаю, если можно, я открою такую историю, что вам и в ночи телефонуют вагітні ваши жінки, які ви ведете, и вы им допомагаете, надихаете, и словом, и делом. Да, детки аисты прилетают, к сожалению, но так получается и ночью. Да. Так что бывает всяко. Поэтому еще раз, если узнали, что есть сахарный диабет, не отчаиваться, посетить врача-эндокринолога и прежде всего слушать его советы, угу. потому что очень много сейчас мнений, очень много блогеров всяких, хороших, злых, хороших, плохих, но мнения врача не забывайте, потому что путают типы диабета, очень много БАДов. Вот это не надо применять. Угу, так, найти своего любимого доктора, врача-эндокринолога, и прислушиваться к нему. Дякуємо вам. Вже багато хто з наших глядачів знайшов свого лікаря. Я нагадаю, що в нашій онковій студії була Наталія Кошева, лікар-ендокринолог, яка допомагає багатьом захворюваним в нашому місті Миколаєві. І про вас дуже багато чого ми чуємо, теплих і гарних слів. Дякуємо вам.